рождественская сказка в разгаре. А здесь мы встречаем Мы в самом центре событий, как и всегда. С вами, дорогие зрители. Ваша. Валера, здравствуй. Привет. Мы впереди. Папа есть? Марк, трубку бери. Сейчас мама смотрит. Так, окунаемся в сказку. В новогоднюю рождественскую сказку. Моя молодежка, смотри. Твоя, да? Да, это мои ребята, красавцы. Вон их я вижу, да. Все равны, как на подбор. Ну что нам, когда это будет? Давайте-ка глянем на трамвайчики. Можно? Ага. Ну что сказать, молодцы одесситы, как всегда, креативно, с выдумкой, с фантазией. И очень-очень оригинально. Так, там уже начинается песнопение. Каскады огней. Так, пошли в общий процессии. Так, ко всему еще очень холодно, скользко, и полно народу, и пойти нельзя. По пояс в снегу. Мы уже немножко отстали. Поэтому нужно по снегу нагонять, чтобы все увидеть. Самое интересное увидеть и все вы послушать. Прожектор ведь смак, кстати, потому что у меня батарея ограничена, и я свое освещение не хочу включать, свой фонарик. Тропарь поем, тропарь. Слушаем. Тропарь. Рождество и ключево. Thank you.
Боже, смилуйся, нас Христос родился, братья и сестры. Спасибо. Ближе к плюсам. Им уже, кажется, выдали лицензию. Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел попросил вам передать всем поздравления, свое архипастырское благословение, пожелания мира, здоровья, радости, хорошего настроения, светлых и радостных праздников. Рождество – это праздник домашний, семейный, но поскольку Одесса – это наш большой дом, а одесситы – это одна большая семья, то Одесская епархия решила сделать подарок всем тем, с кем живет под одной крышей, в одном большом доме, и сделать так, чтобы праздник вошел в каждое сердце, вошел в каждую душу, в каждый дом. Для тех, кто не имеет возможности зайти в храм, у кого нет на это времени, мы пришли сами к ним и желаем, чтобы Господь помогал идти по жизненному пути, нести достойно свой жизненный крест, чтобы мы помнили всегда, что мир должен быть не только вокруг нас, но он будет вокруг нас тогда, когда он будет жить в наших сердцах. Когда мы не будем источать зависть, злобу, жадность, а будем сеять вокруг себя чистоту, доброту, святость и любовь. Тогда мы будем христиане. Рождество – это такой праздник, когда небо прильнуло к земле. Наша задача – сделать так, чтобы мы могли дотянуться до неба, а смогут это сделать только те, кто старается быть христианином не на словах, а по образу поступков и по образу мыслей. Желаем вам всем радости, тепла, доброты, и пусть этот морозный вечер согревает нас словословие родившегося Господа и горячие, любящие Бога и друг друга сердца. С праздником всех вас!
Давним-давно в одній країні та й народила мати сина. Від лиха, смерті і негод беріг його святий Господь. Ісусом сина Бог назвав, святі знання Ісусу дав, щоб людям шлях казати світлий, добро й любов, щоб в світі квітли. І янгол в поруту співав, Ісуса свято прославляв. Ісус навчив людей прощати, любити, вірить, сподіватись. В уста він істину поклав, життя всім вічне дарував. І не шкодував за нас свого. Славімо тож усі Різдво! Вчора, звечора!